И всем привет, с вами Александр Сучков, и в этом видеоролике мы играем в ледокол. Конечно же, мы играем в ледокол, да. В простую сложность на штурмовике и с такой хренью. И, кстати, в этом видеоролике я именно вам покажу сейчас один баг, который я узнал здесь. Посмотрел одно видео, сейчас я проверю этот баг. Так, делаем. Главное, хочу что-то попасть. Так. И теперь идем сюда. Сюда забраться нельзя вообще. На самом деле здесь можно, если так подсадку сделать. Но я думаю, здесь подсадка не будет работать. А, ну я не успею показать, потому что сейчас уже начнется. Я думал, здесь хотя бы будет там 30 секунд. Не успею. Короче, запрыгивайте на это кольцо. Кстати, вот мячик оттуда выпрыгивает. Прыгайте на кольцо, и вы попадаете под текстуру этой стены. Как попасть сюда? Прыгайте на этого мужика вот сюда. Подпрыгивайте. И как-то попадаете на него. Не знаю, как точно спрыгнуть, но это баг с радио. Вот прыгайте на радио как-то. Теперь прыгайте на... Ну, не получится. Вот. Нет, не успею. В общем, прыгайте на этого мужика. Дальше прыгайте на кольцо. А потом присаживаемся и ложимся. И как-то... пытаемся как-то пролезть, и мы попадаем под карту. А потом мы как-то летим вниз в огромный... и попадаем на огромнейшую карту. На какую-то карту, которая... не знаю, как объяснить, она просто пустая. И в ней что-то... типа какого-то подвала Warface. Возможно, я этот подвал где-то видел в одной из карт. Но, в общем, не знаю точно, где я это видел. Но я видел где-то это. Это я увидел у одного ютубера. Я не буду говорить, у какого, сами посмотрите. То есть баг у него работает. Но я пробовал, я сейчас попробовал. Ну, я точнее не успел. Я долго пробовал, я запрыгнул на эту корзину. Но у меня что-то не получилось под карту пролезть. Вообще, то, что там говорят на каких-то картах, то, что там лифт какой-то, вы спускаетесь, там база Blackwood. Нет. Нифига. Это нету, это фейк. А вот этот вот баг, он... ну, или это тоже фейк какой-то. Хотя нет, мне кажется, это не фейк. И мне кажется, это реально что-то такое есть в Warface, именно под картой вот этого полигона. Там можно увидеть какое-то типа какого-то подвала, который похож на подвал из Hitman Blood Money. Типа там можно пострелять, хотя там... там просто ничего нет, там просто какой-то такой подвал. Да. Ладно, сейчас не об этом, мы играем в ледокол. Играем четверо. И играем без медов, охренеть. Ну, надеюсь, я затащу, у меня всего три знака. Да, это мало. Довольно тут мало, и поверьте мне, офигеть, как мало. Ну, наверное, за несколько минут мы пройдем это. Так. Главное не промахнуться по этой пушке. Так, No Duck Hunting. Так, стреляем. А, блин, я не попал. Ну, там попали уже. Ладно. Теперь идем сюда. Короче, идем сюда. Вот. Запрыгиваем сюда. И дальше идем сюда. Вот. Дальше стреляйте. И вот так вот кружится, что-то делается. И у меня ничего не получилось. Говорят, здесь тоже какой-то баг есть с этим ящиком. Но нет, это тоже какой-то фейк. Это точно был фейк, потому что видео было какого-то такого качества. 144 пикселей. Поэтому мне кажется, это все было фейк. Но еще есть один баг в ледоколе. То, что здесь была какая-то штука. Здесь ее нет. В общем, здесь была короче. Забудьте ответить, у нас новая проблема. Ну я не знаю, я сейчас проверять баги не буду, потому что я насмотрелся сегодня багов в Warface на всех картах. И поэтому я не знаю, как это все работает, как это будет работать именно на в этой игре. Но мне кажется, даже если бы эти баги работали, то разработчики бы их все исправили. Потому что именно здесь, на ледоколе, они сделали очень дофига багов, и я думаю, они хотели бы это все исправить, но что-то не получилось. Ладно. Так. Так.
стреляем. Бежим дальше. Так. Надеюсь, здесь у меня ничего не случится. Да, я взорвался, конечно, да. И без медиков. Да. Но самый прикол то, что здесь все проходит без медиков. И что дальше? Так. Использую знак возвращения. Я не хочу использовать, потому что они и так дойдут до туда. Мне кажется, все будет идеально. Что дальше я могу сказать? Дальше я могу сказать то, что... это... Так, что здесь еще? Так, это убили. Ха, смотрите, его убили просто тупо. Смотрите, вот, кстати. А, ромб, он даже меньше меня. Понятно. Ладно, они еще доходят до контрольной точки. Но они точно дойдут, они еще не сольются. Хотя один с АКшкой, смотрите. Нет, это не АКСОВЧИ. Другое немного оружие. Все, мы дошли. Значит, в чем прикол? Здесь очень дофига багов показал один человек. Ну там очень такое качество не очень. Но показали в ледоколе дофига очень багов, которые реально рабочие. Но, мне кажется, из того обновления, которое было 8 гигабайт, наверное, исправили все эти баги. Хотя, возможно, какие-то там и остались. Так что я не знаю. Смотреть будете вы, наверное. Бойцы, капсулы с турелями запущены. Уничтожьте их в воздухе. Чё? Так. Не, очень маленький прицел, он как-то тупорылистский, поэтому надо его поменять. А поменяю его уже здесь. Поставлю опять на 50-ку, которая у меня была. Так. Значит, заходим в настройки. Теперь берем, нажимаем игра. И заменяем вот этот размер. Вот этот у меня был максимальный. Ставим его на 50. Вот. Сюда. Нажимаем принять. Все. На 50, я думаю, я не так уж стрелять. Да. Может, все изменится. Вот. Довольно-таки хорошо теперь все работает. Потому что на 50 я тащил офигенно. Вот именно на 50 я тащил офигенно. Ну, а вот это то, что было... Как его? Ой, это хрень. Так. Так. Так, окей. Ладно. Блин, да? Так. Мало, 3000 тогда. Но я не последнее место. Теперь пора разобраться с этим крейсером. Хватай. Идеально. Чем я стрелюсь? Охренеть. Пошли нафиг. Теперь пора разобраться с этим крейсером. Хватайте гранатометы. Так, хочу гранатомет. Нет, я такую ошибку больше делать не буду. И такую тоже. Подходим близко и прям стреляем. Хопа, идем дальше. Теперь пора разобраться с этим крейсером. Хватайте гранатометы. Ладно, я подожду. Давайте стрелять. Надеюсь, тут все получится. Я побежал сюда. Точно цель. Выбирайтесь оттуда. Так.
Открываем. И запрыгиваем. Следующее, то, что нам нужно здесь сделать, это нам нужно... Может, пройдем? Да. Если... Если вы не идете в... Значит, цель Блэквуд... Боже. Так. Десятимиллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Надеюсь, мы пройдем. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это один из сломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракеты. Так, окей, хочу. Как-то я играл здесь вообще дофига. Где-то у меня было 300 убийц уже, и я правда не поиграл. Что интересно. Блэквуд обратили наши охранные системы против нас. Придется уничтожать твои жители. Окей, окей, ща. А, тут все закрыто. Я сейчас солью. А, блин. Патроны. Они заблокировали все проходы, но кое о чем. Я сейчас солью. Правильно. Вентиляционные шахты. Вниз, вниз, вниз. Мы вообще, по идее, должны пройти. Хейты, наверное, долго. На самом деле я еще на каком-то последнем месте. Ну ладно. Так. Ну давай, давай, сюда, сюда. Так. Надеюсь, мы затащим. Взломанный терминал уже рядом. Остановите запуск ракет. Ой, а кого-то зафлеш, да? Дальше кто? Пробегаем. Их очень дофига там уже будет. Очень вовремя. Теперь ракеты снова под нашим контролем. Ожидайте дальнейших инструкций. Ай-яй. Стрелок убит. Повторяю. Миллионы людей обязаны вам своими жизнями. 53 кило, ребят. 53 кило, дофига. Надеюсь, мы пройдем. Мы должны вообще, по идее, пройти, потому что очень хорошие игроки ни разу не слились. Атака Блэквуд — это месяца наша недавняя операция «Черная акула». Мы загнали врага в угол, и ему некуда деваться, но от этого он становится только опаснее. Теперь Блэквуд не остановится ни перед чем. Так. Так. Вперед, вперед, вперед. Все вперед. Патроны. Это все сливается уже 4 раза слил. Охренеть. Как? Просто охренеть. Мы потеряли связь с главной базой. Отправляйтесь в радиобункер. Значит, сбор. Они не промахнулись. Это мины. Весь сектор так, только что превратился идем в большое на сбор. Минное поле. Дальше идем сюда. Так. Опа. Вот. Вот. Сейчас я взорвусь еще. Так. Вот. Так.
Внимание! Блэквуд отправили в бой экспериментальный вертолет. Так. У нас нет сведений о его вооружении, так что будьте осторожны. Вы должны сбить вертолет, пока он не натворил дел. А, твою мать! Сейчас, подождите. Да. Как я так скосил? Ого, двоих убил сразу. Ладно, давайте я прикрою. Давайте, давайте, давайте. Ребята, я прикрываю, давайте. Акула 2-1-1, вступай в бой. Ай-яй-яй. Сливать. Ни одного раза хватило. Давай, давай, давай. Так. Ладно, давай. Цель уничтожена. Так. Так. Вообще, по идее, если так проходить, то очень хорошо. Раз двоих убил. Я на втором месте, это охрененно. Значит, мы пройдем игру, и мы пройдем вообще всю игру, то есть это финал. Охренеть, это финал. Это финальная игра, ребят. Давай, 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 давай. Как так? Опа! Хорошо, интересно, что вы... Связь восстановлена. Опа, двоих. Связаться с главной базой. Дальше. Бойцы, это генерал Уортон, нужна ваша помощь. Ракета больше не будет. Не надо никаких рангов крутых, никаких золотых пушек, которые показывают в видеороликах там золотыми пушками с дофигищими знаками. Не! Ничего этого не надо, можно и так проходить. Это офигеть. А ведь у меня было до этого видеоролика 11 знаков. Точнее, не до этого видеоролика, а до другого видеоролика. 11 знаков возвращения, и сейчас у меня их всего 3. И я их не хочу что-то тратить, я их оставлю на какой-то момент. Так, где мы? След. Этот парк. Эти крутой. Давайте, 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 ребята. Так, вот они вышли. Вот, нормально. Так, я вон. О, нормально. О, нормально. Пошли. Так, ладно. Так, что? О, вот он. Где ты там? Стрелок убит. Пошли, граната! Пошли. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки так, подкреплены. Дальше, по идее, мы должны... Блин, нифига не видно. Спор. Ладно, тебя сборы. Так. Зашли. Сейчас будет самая интересная, самая такая опасная штука. Это который вот там я лоханулся. Ну, точнее, не сейчас, а вот после этого мы будем... проходить какую-то хрень. Вы поймете, как. На которой я лоханулся и взорвался. Ситуация изменилась. Вам придется запустить эту ракету самим. Я передаю координаты и коды запуска по закрытому каналу. Введите их через терминал. Так. Не, на втором месте. Ну ладно.
простое задание спасибо и склонили чашу весов в нашу пользу. Мы используем новые все равно, я на первом месте, это офигенно. На корабли врага. Ой-ой-ой. Они все до последнего пойдут. Надо еще помощь игрокам делать, чтобы там все пройти правильно. Так, идем сюда. Вот сейчас будет самое опасное, вот это турели. Вот они меня ни разу за то, что я проходил ледокол, а я его ни разу не прошел до конца, мне не нравились именно турели. Они слишком... Их слишком дофига, короче. Я бы... не хотел. Блэквуд играет по-крупному. Авиация врага собирается нанести удар по нашим ракетным шахтам. Всем приготовиться к бою. 17 минут дойти до сюда. Я за 30 заходил до сюда, это было офигенно. Но за 15 минут пройти это все, это офигенно. Честно. Так, надо сесть за свое место. Понимаю. И отстреливаться от этих... Бойцы, капсулы с турелями запущены. Да, уничтожьте их в воздухе. Ой-ой-ой. Стреляйте, стреляйте. Довольно-таки неплохо. Так. Я очень тактичный. Подходим. Так. Патрон нету. Так. Так. Ладно, что дальше? Так, вроде все нормально. Внимание! С корабля запущены капсулы с турелями. Бейте их, пока они не прибыли. Самое прикольное, что мы проходим именно в пятером. Я этого так долго ждал. Я уверен, что они еще понадобавляют себя в бюджет. Команда довольно-таки хорошая. Игра с ним интересна, потому что я на первом месте, и я сам такой человек, который постоянно там тащит. Дело в том, потому что я поменял размер этого, как его, прицела, и я стреляю лучше, чем другие. Вот, чуть-чуть. Даже не целился. Так. Окей. Так. Так. Ладно, мне пополнили запас. Это офигенно, надо кому-то тоже пополнить. У них у всех есть. Внимание! Корабля запущена капсула с турелями. Бейте их, пока они не приземлились. Так, ну! Почти. Дебилы сливаются. Чего они все слились? Не понимаю. Я один тащить не буду. Осталось совсем чуть-чуть, они все слились. Сейчас пройдем и закончим. Так. Давай турель. Все, турель уничтожим, считай. Так. Так. Так, это что такое? Это я знаю, что это. Это офигенные турели, которые сейчас будут нас всех мочить. Самый такой ужасный. Сейчас будет. Начинаем. Так. Так. А теперь приступаем к самой игре. Так. Ай-яй-яй. Тихо, прикрывай. Тихо сиди, тихо сиди. Тихо сиди, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Прикрывай. Так. 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 Так.
Так. Так, снайпер. Эй, я сейчас сольюсь. Дайте кто-нибудь эти, как их? Блин, хп дайте кто-нибудь, пожалуйста. Быстрей. Ребята, ребята, ребята. Дайте хп, дайте хп, нет хп. Хп закончились, охренеть. Куда попёрся, блин? Затащу. Я еле тогда затащил, ты чё? Так. Осталось чуть-чуть. Так. Надеюсь, мы затащим. Блин, они мочат всеми. Так. Тихо. Тихо, тихо. Мочи, мочи, мочи. Так. Где там? Вот он. Гадина стреляет. Вот. Нет, не выдвигаемся. Тихо, 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 тихо. Сейчас надо слить этого снайпера. Кстати, где он? Тихо, тихо, вот, нормально. Так. Во! Осталось чуть-чуть. Уничтожьте крейсер реактивными ракетами. Не, я больше такую ошибку делать не буду. Я здесь, кто помнит, я просто здесь сел. Вот так вот сел. Это было тупо. Я больше так делать не буду. Так. Опа, взорвало. Дальше идем. Опа. Опа, еще. Найдите гранатометы и займитесь крейсером. Так. Еще давай одну. Патроны, здоровье и все идеально. Что, оставим? Ладно, еще. Благодарю вам. Мы отбросили отряды Blackwood на нескольких направлениях. Отправляйтесь на базу. Все. Тут больше не осталось. А, во! Сюда идем. Отчет. Цель уничтожена. Двигаемся. То есть осталось совсем чуть-чуть, и мы пройдем наконец-то эту игру. Точнее, эту часть игры. Я надеюсь, нам не 800 дадут долларов, а не... Вход на главную базу на другой стороне этого леса. Ладно. Враг знает о нашем приближении, так что ждите засады. Я все равно хорошо. Бывает. Скилловый человек. Так. Ай, человек, я есть. Нет, не иди, не иди. Не иди. Не иди. Запикало, вот. Так. Тихо, тихо, тихо. Главное, мины. Тихо. Тихо, тихо. Где запикали? Там надо смотреть. Опа. Идеально. О, где я? Главное. Боезапас пополнен. Игроки воскрешены. О. Че, поехали, давай. Итого, все равно я на первом месте. У меня офигеннейшая, конечно, очков. Вообще охрененно. Охрененное количество. Так, выходим. Так, здесь сейчас все. Они заплатят за то, что сделали с нашей базой. Настала пора отомстить, бойцы. Так, сюда. Так, перезарядка. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Так. Игроки воскрешены. Так, ну давай сюда, я иди. Я вижу цель. О. Охрененно.
ничего писать не буду, потому что засолью чуть-чуть. О, и спустились мы вниз. Где-то вот наш. А Блэквуд по-прежнему не сдается. Их корабль вошел в бухту, да, и приближается к нашей базе. Да. Здесь был тоже бак, ребят. Есть преимущество на нашей стороне. Используйте катер воздушной подушки. Если вы можете посмотреть, то здесь был бак. Вы можете посмотреть один из видеороликов. Да дофига таких видеороликов именно про этот бак. Он находится где-то здесь, но я проверял его. Сейчас или никогда, бойцы. Я про это не знал, но я точно проверял. Он вообще не работает. Это фейк. Хоть таких фейков много на разных каналах на Ютубе. Даже не только на Ютубе, есть еще другие такие штуки. Иди сюда. Иди сюда. Ой. Все равно, если даже мы победим, а мы победим, то мы получим офигеннейший статус. Мы сразу пройдем или карту, а это могут расколоть лед у вас под ногами. Вода прикольная, как знаете. Только вы доберетесь до этого крейсера, он сконцентрирует. Если я, конечно, уже плавал, я уже готов к тому, что будет дальше. Черт! Прямое попадание по второму катеру. Так. Огонь по пушкам! Найдите гранатомет, так, и держитесь что, подальше от секторов обстрела артиллерии! Что они сейчас сольют точно? Пошли в жопу. О, залагало. Эй. Так. Так, как же они здесь выходили? Так. Здесь выходили. Снайперы, снайперы. Мочим. Осталось совсем чуть-чуть. Вот берем наш гранатомет. Он нам сейчас пригодится. Так, кого уничтожать? Уничтожить этот. Блин! Слагало не в то время, блин. Так.
Опа! И я тоже. Здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Куда дальше? Прямой линии огня. Идите вперед. Довольно-таки это долго происходит, но на самом деле это офигенно, потому что у нас пятеро. У одного вообще ничего не восстанавливается. Это очень даже не очень. Потому что если он все сейчас льет, а он сольет без маски. Поэтому вот не так. Ну иди сюда. Да, все. Все, последний, наверное. О, взяли? Ладно. Я просто прикрываю бит. Давайте, давайте, опа! Получили хэд. Этот класс получил. Да, меньше, меньше. Лопатка. Лопатка мне пригодилась. Одному хотя бы убил, то нормально. Осталось чуть-чуть. Ну давайте, стреляйте. Есть граната мне. Нету. Ай-яй-яй. Дайте мне его, дайте. Ладно. Свечивается туда, куда я буду стрелять, на хрень. Ай-яй-яй! Так. Обидно, если мы сейчас как-то проиграем, или я проиграю. Я хотел вообще без энергии пройти. Ну ладно, я расслился. На глупые ошибки не нет, ну ладно. Ай, я слился, нет! Так. Они довольно-таки хорошо стреляют, да. Да они все слили как-то. А, кто меня слил? Кто меня слил? А, кстати, давайте пройдем, попробуем с этим.
Вот он. Так. Ваня, слепайте. Слепайте. Ай-яй-яй! Так, тащите. У меня, блин, все. Это нафиг я отбегу. Так, тащите. Наверное, тут я. Даже если мы сольем, не сольем. Даже если мы сольем, то мы получим офигенную награду. Хотя точно только я. Надо прятаться. Ай-яй-яй. Так. Я офигенную награду получу, это точно. Так. А, кто меня сливает-то, я не понимаю. Не знаю, кто. Прикончил снайпера. Так, тихо там. Что там будет? Эй. Что меня мочит-то, я не понимаю. Так. Ну, а все, пошли, пошли. Все, нас осталось двое. Так. Сливай, не сливай. Это терпение должно закончиться. Слишком дофига. Я не смогу. Да блин, вы чё? Чё с ним слились? Даун, эй! Да, блин, кто меня палит? Кто меня палит-то, я не понимаю. Да блин! Всё. Попробуем. Эй. Ты кто? Ну все, меня слили, все. Я тащил как мог. Мы не смогли. Мы не справились. Мы не убили его. Мы не прошли даже лёг какому, но это уже что-то, мы уже попытались как-то это все пройти, и у меня не получилось. Но давайте посмотрим, сколько хотя бы нам дали за это все. Должны вообще офигенно дать. 846 долларов. И 2000, это мало. Но 1600-222, это дофига, на самом деле. Ого, сколько у меня, почти 100 тысяч урона. У меня 207 киллов, убитый в ближнем бою 1, попадание в голову 91. Офигеть, как я стреляю. Офигенно. Ну, я тащил. Что сказать, я могу. Тащил как мог. Ну, без метров тут никак не пройти. Ладно. Все, у меня ускоритель опыта закончился. И, видимо, гладиатор я получил. Что-то еще. В общем, что я могу сказать? Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.